Свято-Успенская Святогорская лавра представляет православный календарь. В понедельник, 11 сентября, Святая Церковь молитвенно воспоминает мученическую кончину величайшего из праведников, пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Произошло это в 32 году по Рождестве Христовом, и об этом событии повествуют евангелисты Матфей и Марк. Сегодня Малая Великая Пятница, Вторая Великая Пятница, ибо сегодня погублен наибольший из всех рожденных женами святой предтеча и креститель Господень Иоанн. Так говорит об этом дне в истории христианства преподобный Иустин Попович. В этот день православные христиане соблюдают однодневный строгий пост. Во вторник, 12 сентября, Святая Православная Церковь празднует память святого благоверного великого князя Александра Невского. Память об этом великом святом, как заступнике за землю русскую и веру православную, всегда жила в русском народе. И неудивительно, что в 1724 году по решению Петра I мощи святого князя Александра Невского были торжественно перенесены из Владимира в Петербург. Святой Александр Невский является одним из небесных покровителей обители всех скорбящих радость в селе Богородичное, одного из пяти скитов Свято-Успенской Святогорской лавры. Милостью Божией есть в селе Богородичном монастырская часовня, освященная в честь этого великого святого. Также в этот день церковью воспоминается святой благоверный князь Даниил Московский, четвертый сын святого благоверного великого князя Александра Невского. В этот день совершилось обретение его честных мощей. Достойный сын своего великого отца, святой князь Даниил отличался милосердием и миролюбием, а также глубочайшим смирением. В пятницу 15 сентября, в день памяти преподобных Антония и Феодосия Печерских, престольный день празднует скит Святогорской лавры, посвященный этим великим святым, родоначальникам монашества на Руси. В скиту есть пещерный храм преподобных Антония и Феодосия Печерских. В этот день в скиту совершаются водосвятный молебен с акафистом преподобным Антонию и Феодосию и божественная литургия. Помимо престольного дня, богослужения здесь совершаются в дни памяти преподобного Антония Печерского 23 июля и преподобного Феодосия Печерского 16 мая и 27 августа, а также проводятся воскресные вечерние богослужения. В воскресенье 17 сентября Святая Православная Церковь воспоминает перенесение святых мощей святителя Иоасафа, епископа Белгородского Чудотворца. Интересен факт, свидетельствующий о тесной связи святителя Иоасафа и его близких родственников со святыми горами. В монастыре закончил свой жизненный путь родной брат епископа Иоасафа Горленко Михаил, в монашестве архимандрит Митрофан, бывший до того настоятелем Киево-Братского и Выдубицкого монастырей. Похоронен он у бывшей церкви святых первоверховных апостолов Петра и Павла, располагавшейся под скалой. Также в этот день церковь чтит память святителя Митрофана Воронежского. 17 сентября совершилось второе обретение и перенесение его честных мощей. В честь трех святителей, в числе которых прославленный церковью Воронежский чудотворец, назван левый предел Свято-Успенского собора Святогорской лавры. Там же находится икона с частицей его святых мощей. Следите за новостями Свято-Успенской Святогорской лавры на официальном сайте и в социальных сетях.